240 неоплаченных штрафов стоит поддержанный черный BMW. По такому курсу свой автомобиль реализовал рязанец. Причина сделки – скопившиеся штрафы из-за нарушений правил дорожного движения. За почти два года мужчина задолжал больше 180 тысяч рублей. В ходе работы сотрудники органов принудительного исполнения выяснили, что гражданин А с конца 2019 года имеет 240 неоплаченных штрафов. Чтобы принудить мужчину оплатить долг, судебные приставы в присутствии понятых наложили арест на транспортное средство BMW 520D 2012 года выпуска, оставив автомобиль должнику на ответственное хранение. Это называется мерами принудительного исполнения. Управление Федеральной службы судебных приставов в ходе исполнения требований исполнительного документа вправе совершить исполнительные действия, такие как арест имущества, изъятие и передача на принудительную реализацию. Автотранспортное средство должника может быть арестовано без участия владельца и эвакуировано. Все расходы по совершению исполнительных действий, в том числе по хранению арестованного имущества, взыскиваются с должника. Всего этого можно избежать, если проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств. Сделать это можно как на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств», так и через мобильное приложение ФССП России. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».